с вами Маша Люпи, и вы на моем канале. Я продолжаю открывать бумажные сюрпризы. В прошлом видео про бумажные сюрпризы я просила вас написать в комментариях идею для новой коллекции. Больше всего предлагали сделать коллекцию Бравл Старс и коллекцию Уточка Лала Фанфан и ее одежка, то есть ее так наряжать, как мы Роблокс с вами делали. И я сделала из две коллекции вот такой вот Бравл Старс и вот такая вот уточка Лала Фанфан. А также помимо этих новых коллекций я распакую новые пакетики, но по старым коллекциям, которые были в предыдущих роликах. Я распакую два пакетика из коллекции Security Breach, FNAF, пакетик по My Singing Monsters и Toca Boca. Давайте уже скорее открывать, мне не терпится, что же попадется в сегодняшних сюрпризиках. Первое, давайте распакуем My Singing Monsters. Где это? Вот, как раз таки, вот эта страничка. Давайте распаковывать. Как думаете, какой же будет в этот раз монстр? Жду ваши догадки в комментариях. У вас есть 5 секунд, чтобы написать и поставить на паузу. Все, продолжаем. Аккуратно. Аккуратно не получилось. И что там? Это же Усталос! Смотрите, какой милашка. Ему как раз место, я думаю, где-то вот здесь. Давайте его отклеивать. Вот так. Отлично, я считаю. Наш золотой остров все больше и больше выполняется разными монстриками. Пишите в комментариях, какого монстрика добавить следующим. Так, Роблокс у нас уже заполнен. Toca Boca. Давайте теперь распакуем Toca Boca. Распаковываем. Что же там? Пуфик. Смотрите, какой пуфик попался. Прикольный. Я думаю, его можно наклеить где-то... Ну, да, давайте вот здесь, вот рядом с кроватью или... Ну да, в принципе, его никуда больше не приклеить. Кстати, напишите в комментариях, как вам дизайн комнатки, которая у меня получилась. Хотели ли бы вы себе такую комнату? Лично я бы хотела прям жить в такой комнате. Кстати, я тут уже живу с Алиной. Если Алина смотрит этот видос, передаю ей привет. Что же дальше? А, ой, я уже знаю, что дальше. Дальше у нас FNAF 9 Security Breach. Вот, у нас тут целых два бумажных сюрпризика. Давайте сразу... Нет, давайте сначала один откроем. Хотела сказать, давайте сразу два. Нет, все-таки сначала один. Давайте открываем. Чика попалась! Она по редкости обычная. Кстати, я забыла вам говорить, какие по редкости же наши персонажики, которые нам попадаются. Пуфик у нас попался по редкости обычный. Усталос, он тоже обычный. Так что нам пока что еще ничего редкого не попалось. Чика тоже обычная, поэтому нам пока что по редкости крутого ничего не попалось. Но все равно она прикольно выглядит. Аккуратно. Главное не порвать случайно саму наклейку. Куда бы ее приклеить? Вот, давайте рядом с Рокси. Вот сюда. Она идеально сюда подойдет. И, наконец-таки, долгожданная коллекция Бравл Старс. Я в коротких видео уже открыла один Бравл Пак. Вот такая вот красивая упаковочка у этой коллекции. Один Бравл Пак, точнее не Бравл Пак, а мега ящик, как правильнее это сказать. Я уже открыла в коротких видео. И мне попалась вот такая вот Шелли, которая по редкости обычная. Вот такая вот Шелли, мне кажется, она прикольная. Давайте теперь откроем вот этот вот Бравл Пак. Открываю его аккуратненько. Такой красивый, не хочу его порвать. Не, я все равно порвала этот мегаящик. Да, ладно. У вас еще много. Вы играете, ребят, в Бравл Старс? Я вот не играю. Не знаю, все играют, а я почему-то так и не играю. Мне что-то не очень зашла игра. Нам попался Сэнди. Посмотрите, какой он симпатичный. Правда, что-то он хочет спать. Он такой Соня. Он, кстати, по редкости редкий. Поэтому нам уже начинает вести. Это круто. Давайте вот сюда приклеим. Как думаете, нам кто-то сегодня ультраредкий попадется или нет? А мы переходим к следующей коллекции. Уточка Лала Фанфан. Вот такая вот здесь уточка. Я уже тоже в коротких видео открыла вот такие вот очечки. Попались мне. Какую же следующую открыть уточку? Давайте вот эту вот уточку откроем. О, как хорошо открылось. Нет, не открылось. А, почему не открывается? Почему так сложно? Ура, наконец-то получилось! И мне попался вот такой вот комбинезончик. Смотрите, какой он прикольный. Но я, к сожалению, сейчас не могу приклеить этот комбинезончик, потому что еще есть кое-что, что нужно приклеить до комбинезончика. Поэтому пока что комбинезончик откладываю. Кстати, в этой коллекции нет редких, ультраредких и обычных наклеек, потому что, ну, просто это как бы обычная одежка. Так, и переходим мы обратно к ФНАФу и открываем последний конвертик за сегодня.
с FNAF. Я думаю, я продолжу делать эту коллекцию, но я не уверена, что сюда что-то поместится. Надеюсь, что поместится. Так, и кто же там? Кто же там? Это то, о чем я думаю? Это Луна! Но почему-то у нее нету руки. Это Луна. А вот, она оторвалась, ребята, у меня бракованная наклейка. Капец какой-то. Как так? Капец, как так? Не, ребят, я прям в шоке. Эта Луна еще, она ультраредкая, представляете? Она еще и такая бракованная. Как жаль, ну ладно, мы сейчас ровненько приклеим. Луну приклеим рядом с Солнцем. Ну, типа, очевидно, это же один и тот же аниматроник. Вот так вот. И руку ей. Дай мне руку, что-то там и сердце. Песенку придумала за 2 секунды просто. И снова Бравл Старс. Давайте, какой мега ящик будем в этот раз открывать. Давайте на Эники-Беники. У меня осталось их всего 3. Эники-Беники, ели вареньки, Эники-Беники, бамс. Вот эту давайте откроем. Мне уже не терпится узнать, кто попадется, кто попадется. Че так сложно их открывать? О, аккуратно открылась. Это Леон! Он ультраредкий, я в шоке! Я в шоке, ребята, это Леон! Капец, вот это мне повезло! Всего 3-й пак мой, и уже попался Леон, я прям в шоке! Ребята, напишите в комментариях, если вы играете в Бравл Старс, у вас есть в Бравл Старсе Леон? У меня он теперь есть в коллекции. Давайте скорее его клеить, чтобы он уже красовался на моей замечательной страничке. Вот, вот такой вот красавчик. У кого краш Леон, ставьте лайк и пишите зеленые сердечки в ком. И мы переходим к коллекции уточка Лалафанфан. Сейчас распакуем вот эту вот уточку. Кстати, смотрите, она идеально подходит. Голова уточки, вот так вот можно ее просто приклеить и все. Но она, конечно, больше намного, но все равно прикольно выглядит. Забавно, такая головастая. Это как загадка такая есть. У кого самая большая шляпа? У того, у кого самая большая голова. Вот у уточки Лалафанфан самая большая голова, поэтому у нее самая большая шляпа. Нам попался вот такой вот свитерочек. Посмотрите, какой он миленький, зелененький. И как раз таки мы его сейчас приклеим. А потом уже сверху приклеим комбинезон. Аккуратно клеим. Главное аккуратно. Аккуратность мое второе имя. Нет, да. Ой, да. Вот, идеально. Теперь клеим комбез. Как круто. И вперед по новой в диапазоне. Между отчаянием и надеждой. АСМР. Ребята, это супер эстетика. Я должна стать самой крутой эстетик герл, потому что у меня есть ультраредкие наклейки с уточкой Лалафанфан. Вы примите меня в эстетик хаус, девочки с Дольче Милком. Я буду рада. И давайте откроем еще один Бравл пак. Открываю, и снова у меня вот так вот открылось. И я не знаю, как открыть. Ура! Открылась! О, и нам попался Спайк! Он такой забавный. Это один из персонажей Бравл Старс, который какое-то растение, который не человек. И мне нравятся такие персонажи, потому что они такие прикольные, и их забавно рисовать. Кстати, кто не знал, Спайк это вроде как любимый персонаж Оскара. Я приклею его вот сюда. АСМР! И уточку Лалафанфан. Блин, мне кажется, уже ей ничего не надо добавлять, она такая милашка. Ладно, давайте откроем еще один сюрпризик. Как открыть, сейчас уже разорву, блин, все. Опа, как красиво открылось. Вау, ну ля красота. Это же Дольче Милк. Вау, ну я же говорила, что я теперь супер эстетик герл. Вот доказательство, у меня даже есть бумажный Дольче Милк. Это очень круто, я считаю. Давайте его ей вот так вот в руку дадим. Ну ля красоточка какая. Ну а еще вот эти вот 2 упаковочки Бравл Старс уточка Лалафанфан я оставлю на следующее видео про бумажные сюрпризики. Сегодня мы с вами получили Усталоса из игры My Singing Monsters, Глэм Рок Чику, Луну из Security Breach, Леона, Сэнди и Спайка.
А также еще собрали вот такой вот образ для уточки Лола Фанфан. Но еще кое-какая одна деталь есть в ее образе, которой пока что еще нету. Как вы думаете, что это за деталь? Напишите в комментариях. Как вы думаете, чего-то? Мне кажется, тут прямо реально видно, что чего-то не хватает. Пишите в комментариях еще идеи, какие коллекции бумажных сюрпризов сделать. Самые популярные запросы я сделаю. Ставь лайк, если любишь бумажные сюрпризы. Обязательно подписывайся на мой YouTube-канал и жми колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. А также подписывайся на все мои остальные соцсети. Ссылочки на них будут в описании под этим видеороликом. Всех люблю и люблю бумажные сюрпризы. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока! Мне не нужен Спайк, мне не нужен Икроу, я хочу только Леона и больше ничего. Мне не нужно Шелли, мне не нужен Спайк, мне нужен только Леон. И Дольче Милк.